Я вам скажу, каждый человек должен пить, ну, в среднем, да, 2 литра воды. Вы можете мне сказать, если я выпью 2 литра воды, то утром у меня ножки не войдут в туфельки, а глазки не откроются. Может такое быть? Может такое быть. Потому что не каждая вода способна зайти в клетку. Должна быть обязательно чистая и безопасная. То есть за это отвечают фильтры, и это вы уже берете ответственность на себя. Вода обязательно должна быть структурированная, то есть вода несет энергию. Вода должна быть слабо минерализованная, вода должна быть слабо щелочная, потому что pH в организме у нас 7,4 в нашей среде. Вода должна быть отрицательно заряженная, клеточка заряжена плюс, и pH у воды должно быть сниженное поверхностное натяжение. Вот я не сказала очень важный момент про среду. Был такой ученый Алексис Карр. Вы можете его опыты почитать, найти в интернете, который провел эксперимент. Что он сделал? Он взял фрагмент мышцы сердца цыпленка, поместил в питательную среду и каждый день менял эту питательную среду. Старый сливал, свежий наливал. То есть он посадил, грубо говоря, клетки в определенную среду. Чистил, кормил, чистил, кормил. То есть создавал правильную среду. Через 30 лет он остановил эксперимент. Изрек. Клетка бессмертна. Умирает среда, в которой она живет. И получил за это Нобелевскую премию. То есть вот та среда, вот то наше болотце внутри, это очень важно. Хотим жить долго, хотим жить счастливо, должны заботиться о среде. И поэтому очень важно, какую воду мы заливаем. То есть чем мы пополняем вот ту самую среду. Убиваем мы свою клетку или даем правильную воду. Вот чем ближе все эти свойства к нашим внутренним параметрам, тем меньше требуется энергии организму на то, чтобы переработать эту воду. Поэтому, вот смотрите, 60% суточной энергии, услышите, как это много, мы тратим на переработку воды. Организм – самовосстанавливающая система. Какую бы воду мы туда ни залили, он ее будет максимально переделывать в ту, какую нужно. Он нас всегда будет спасать. И при этом он затратит 60% вот той данной нам свыше суточной энергии на то, чтобы ее переработать. Жжение в воде, тем проще, она входит в клетку. Тем быстрее наши клеточки наполняются водой, тем быстрее наши личики разглаживаются. Я на самом деле уже, наверное, подошла к такому возрасту, что все мое окружение, они начинают активно бегать по косметологам. Ну и мои близкие-то они не бегают, мы же вот это все знаем. А люди, с которыми я вот сейчас знакомлюсь, они вот все то туда, то сюда. И я им говорю, боже мой, приходите ко мне на школу, вы на самом деле забудете, что такое косметолог. И пусть на меня косметологи не обижаются, но бесполезно отсюда что-то подмазывать и примазывать. В молодости слива, в старости чернослив. На 90% родились состоим из воды, на 55% состоим из воды, когда умираем. То есть процесс жизни – это процесс высыхания клетки. И клетка высыхает почему? Ребенок говорит маленький, мама, дай воды попить. Пить хочу, мама, что говорит? Чё пустую воду пить? Давай-ка соку. Давай-ка соку, правильно. Давай тебе компотик налью, все что угодно. Но компотом мы клетку не помоем. Клетке нужна вода. И еще когда дети маленькие, мы у них просто, ну, глушим вот этот вот природный инстинкт, да, как бы хотеть воду. А на самом деле потом очень часто желание, чувство жажды мы заменяем чувством голода. И то есть нам кажется, что мы хотим есть, на самом деле мы просто хотим пить. И сейчас я расскажу про ту воду, которая очень близка по этим свойствам всем к нашим внутренним следам. В 1978 году журналист